Я, знаете, я сравниваю, наверное, с Россией, с другими странами только, наверное, на основании там, туристических поездок. Да, я очень там, ну, 2-3 раза в год, а то и больше езжу куда-нибудь, чтобы посмотреть какие-то страны новые, какие-то повторно. Ну и правда, мне вот если брать, знаете, есть такая фраза, что там поехали туда, где нету россиян. Я как-то наоборот очень хорошо отношусь, когда рядом есть соотечественники, есть о чем потрындеть, чем поговорить, там, с кем пообщаться, да, то есть поэтому, ну и как-то вот все эти мои какие-то поездки меня продолжают убеждать в том, что в России люди лучше. Какая-то открытость, да, то есть открытость к каким-то советам, рекомендациям, да, то есть открытость какая-то к помощи. Потому что сколько раз такое было, что надо какая-то помощь, ну, элементарная какая-то, да, там совершенно незнакомый человек тебе помогает, и ты понимаешь, что там какая-то корысть в его действиях, она, ну, вообще там исчезающая, мала вероятность того, что ты с ним когда-то встретишься, тем не менее он помогает.